Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Донали. И да, неожиданно я сижу на кучеряшке, которая, как всегда, медленно встает на дыбы. Хорошая новость, несмотря на то, что я очень лениво заходила в Star Stable Online, я уже смогла накопить свои 50 теплых пожеланий, а это значит, да-да, я буду брать себе пингвиненка. Хотя название видео вовсе не об этом, но частично мы начнем именно с этого, потому что снимать отдельный видосик ради того, что я беру этого пингвиненка, я не хочу. Подходим к этому юльфскому козлику. И, кстати, пока я здесь, я же могу посмотреть, что я могу взять, да? Знаете, я вначале не хотела брать этот комплект, но что-то я так сейчас смотрю. И, наверное, может быть... Ну, хотя вот нагавки мне нравятся, а что с шапочкой? Так, все понятно, я буду копить потом на шапочку. На что еще? Так, ушки у меня все есть. Ботинки... Ботинки неплохие. Ну, чего-то как-то так себе. Перчаточки, свитерочек. Так, понятно. Буду потом потихонечку лениво копить на все остальное, но не на все. На седло точно. Но в сегодняшнем видео наша радость. Мы приехали сюда ради вот этого пингвиненка. Вот ради вот этой вот просто маленькой потуты. И мы ее берем. Так я сказала, мы ее берем. Пингвиненок, милый маленький пингвиненок. Да, почему я не снимала, кстати, обновление, которое вышло на этой неделе? Просто потому что что-то мне не очень сильно захотелось. А, я еще и забыла сумку с собой взять. Как печально. Ну ладно. В общем, я немножечко не разобралась в этом обновлении. Я не поняла смысла. Пингвинчики. Я до этих пингвинов, кстати, еще ни разу не доехала. Поэтому я буду этим заниматься после того, как сниму это видео по это видео, да. Вот, и потом уже буду смотреть, вникать, что там. Потому что я не поняла, продаются там пингвины, не продаются. Я просто почитала, что это какие-то поющие пингвины. И, если честно, меня это ни капельки не заинтересовало. Поэтому я и не захотела снимать видео по обновлению, потому что оно было каким-то, ну, для меня неинтересным. Ну да, добавили лед и все озера, и некоторые узкие... Устья рек замерзли, и вы можете перебегать с одной территории на другую по очень скользкому льду. Но мне это не заинтересовало. А сегодня мы будем брать вот это чудо. На самом деле я хотела бы взять его прямо перед Новым годом. Но в скором времени нам просто нам добавят обновленных фризов. О боже, обновленных фризов. Неужели самая модная лошадь, которая считается просто VIP-персона, раньше вообще прям так точно считалась, заменится на свою обновленную версию. Так, я, кстати, накопила вот 2024 СК. У меня лошади просто в отвратительном состоянии, потому что я не каждый день могла заходить. А, я хотела его на английском называть, да? Ну ладно, не будем называть на английском, назовем на русском, переходить я на англоязычный ССО не хочу. Ой, боже мой. Горные хребты Юрвика, загадочный край острых пиков, глубоких ущелий и небольших укромных долин. Мало кто из животных обитает в этой скалистой местности. Среди них легендарная порода лошадей под названием Хейдрун. Так, ну а надо почитать, как и другие волшебные лошади, показывают истинный цвет, это я знаю. Так. Хейдруны одиночки, поэтому им не просто подружиться с людьми и другими зверями, но необщительность этих лошадей с лихвой компенсируется их преданность и отвага. Ой, какой замечательный. Вот на самом деле, почему нельзя в этом моменте двигать камеру? Мне очень нравится его рога спереди, но смущает не... Ой, они мне нравятся сбоку, но смущает немножко спереди. Стоит эта лошадка 850 СК, доступна с первого уровня, доступна к холодам. И, кстати, если вы не знали, то обновленные фризы будут устойчивы к холодам. Я была в полнейшем шоке, чтобы они такую функцию нынешним шайерам добавили. Итак, мы покупаем эту коняху. Я хочу тебя как-то назвать очень мистически. Может быть, тут какой-то руна есть. Рунный. Я знаю, что есть рунный. Но я не помню, была ли у меня какая-либо рунная лошадь. Вот честно,
Я вообще не помню, когда уже много лошадей начинаешь путаться в именах. Так, та-та-та-та-та-та. Пре, пепа, ре, ру, рубиный, рунный. Ну, точно не рунный козёл. Так. Рунный, кто ж ты такой? Рунный дух? Нет. Нет, 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 нет. Что-то связанное с горами нужно. Ткач, танцор, сумрак, стрельба. Как тебя назвать-то? Ну, давай пока рунный страж. Поищем дальше. Сияние, секрет, свобода. Рунный секрет? Нет, что-то не хочется. Рыцарь, ритм, расцвет, пуля, птичка, ласточка, рунный прах. Кстати, звучит неплохо. Звучит неплохо, но нет. Покой. Рунный покой, пламя, пират, печенье, перо. Рунное перо можно? Нет. Орел. Нет. Рунный обед. Во. Рунный обед. Буду звать эту лошадку. Боже, я говорила когда-то, что я не люблю кучерявых лошадей за их анимацию. Я купила себе кучерявую лошадь, я продала эту лошадь, потом я ее купила снова, потом я купила кучеряшку вороную из приложения, и я покупаю магическую кучеряшку. Просто... Так, ладно, спокойствие, Даша, спокойствие. Нажимаем купить. Ура! Поздравляем с новой лошадью. Твоя новая красивая лошадь перевозится в твою домашнюю конюшню. Ты найдешь ее в своей конюшне. Удачи тебе с твоей новой лошадкой. Так, так. Вот теперь-то мы отправляемся в мою конюшню. Там-то мы посмотрим и на пингвиненка, и на новую лошадку. В общем, встретимся уже непосредственно... Непосредственно в конюшне. Вот мы и в конюшеньке. Я, если честно, забыла, что я не освободила место для коняхи. Опять. Что ж такое? Ой, ты красавчик какой. Так, куда тебя поставить? Ну, давай поставлю тебя вот рядом с вот этим вот. Как раз коняхой, на которой я сейчас сижу. Ой, опять лагает. Надо что-то делать со своим ноутбуком. Я все никак не соберусь отнести его... в сервис, чтобы ему заменили. Если кто-то шарит, то я хочу ему обновить термопасту, которая бы его охлаждала, потому что на моем ноутбуке можно жарить яичницу, когда он, в принципе, начинает работать в каких-то мощных программах, и вообще кошмар какой-то. Вот. Ну, надеюсь, я уже в этом году до этого, наверное, не дойду, а вот в следующем, может быть, с этого и начну. К примеру, мне нужно починить одну камеру, которая мне досталась бесплатно, и... привести в порядок свой этот ноутбук. Итак, не отвлекаемся, к чему тут все. Если честно, меня раздражает вот это сияние от лампочек. Ну какой ты красавчик, какая ты лампочка. Ути, боже мой, анимацию бы только починили бы. Какой ты классненький, какой ты мистический, какой ты рунный. Просто блаженство. И еще вот этот прикрытый взгляд. И рожки. Я помню, у меня на моем аккаунте когда-то давным-давно в Feral Herd я создавала себе бирюзового льва. И у него были как раз какое-то время такие рога, по-моему. Или, в принципе, они у него такие всегда были. Это было очень давно, я уже не помню. Да, так как это кучеряшка, мы можем надевать на него ногавочки, это замечательно. Так... ну, давай-ка пройдемся, мой красавчик, ты новенький. Ой. О, вот эти рога придают ему такое величие. Ребят, я не чувствую, что это лошадь-козлик, лошадь-козел, это лошадь-дракон для меня. Ой. Только, знаете, это горный дракон какой-нибудь. Есть морские драконы, это вот эти вот ахалтикинцы, которые продавались летом. А вот это для меня просто блаженство. Каменный дракон горный. Мне прям так нравится. Так, красавец, сумку. Срочно мне сумку. Подайте мне сумки. А сумки у меня, по-моему, вот здесь вот. Ой, я прям... так все лагает, кошмар. Вот как,
как мне с этим жить? Да, все. Беру заклятую, что Новый год 2021 я начинаю с того, что привожу ноутбук в порядок. Так, нет, не та страница. Здесь? Да, здесь. Ну, давайте вот стандартную черную сумочку на него оденем. Эти подлаги. И оденем на него пингвинчика. Так, где пингвинчик? А где пингвин? А где пингвин? Да стой, я не хотела тебя гладить. Ну, ладно, погладь его. Дайте мне пингвина. Дайте мне пингвина. Так, все понятно, у меня тут все лагает. Надо выйти наружу. И посмотреть на это. Ой, какой ты классный, слушайте. И этот хвост, и эти косички, и эти... О, он очень классный. Он будет стоять у меня, наверное... Я не знаю, с кем ты будешь у меня стоять. Ты будешь у меня стоять с... Та-дам! С рунным бегуном. Так, пойдем посмотрим пингвина. И да, где же не пробовать не смотреть пингвинчика, как... Как в бывшем ДСД. Почему в бывшем? Потому что в ДСД всегда должна была быть метель и снег. Почему она пропала? Она пропала после обновления с пингвинятами. Которые где? Которые должны быть здесь, но я, видимо, чего-то не понимаю. Я действительно в этом году как-то не понимаю, в принципе, суть обновления с пингвинчиками. Я не понимаю, что, где, когда, почему. Да и козлик у меня появился не сразу. Ну, ладно, раз пингвинчиков нет, очень-очень жаль. Вот такая вот маленькая радость. Дай мне на тебя посмотреть вблизи всех глаз. Вот ты такой пузятик, а пузи проглядывает сквозь старые сумки. Ой, в принципе, кстати, шикарный кадр. Вы это видите? Я тоже это вижу. Если вы не поняли, о чем я, то я вижу как раз шикарную обложку на видео, которую я делаю. Почему я нажимаю дважды? Потому что в данный момент Star Stable как-то сильно хулиганит. Ути, боже мой! Ути, какой пингвиненок! Да, из первого раза иногда не сохраняет видео. Не, ну где туман? Верните туман! Без тумана тут не то. Красиво, но не то. Единственная снега во всей долине вообще. Ну-ка... Мне говорят, что ты катайся на пузике. Я, если честно, заходила в ССО только ради вот этих желаний. Вот. И чтобы там выполнить несколько заданий для лошадки. Я не видела ни у кого пингвина. Ой, ты на пузике катайся. Ой, ты такой милый. Иди сюда, я тебя потискаю. Такой маленький. В прошлом году я получала такой... Такой часка. И да, козлик, ты тоже очаровашка. Ты тоже там сзади, я вижу, голову поднимаешь. Ты такой милый. Ты такой прям... Шикарный кадр. Я его выставлю в свою группу. Ссылочка на нее, кстати, будет в описании. Так что, если вам хочется иногда смотреть какие-то мои скриншотики, то милости просим. Туда. Как бы вас сфотографировать? Вы так посмотрели. О, наверное, вот так вот. Да. Тик-тик-упузетик, я прям не могу такое очарование, пожалуйста. Надеюсь, ты все сфоткалась. Да, вон человек стоя едет на лошади. Ой, очень-очень классный пингвинчик. Ой, тебе классный коняшка. И такая носовая розовоножка. Вот не люблю только я долгие дыбы, поэтому в этом видео, наверное, я буду прощаться без дыбов, а чисто с этим пингвинчиком и с этой милой коняхой. Сейчас только, пожалуй, я приближу, почему-то у меня так далеко камера стоит, я не понимаю почему, что-то, наверное, изменится. В общем, очень классная лошадка, на самом деле, мне она очень радует, особенно в это зимнее время. Этот пингвинчик просто само очарование, такой милый. И ого, мы как раз застыли там, где след снежного человека. Прям символично, я не могу. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео.